Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня я со своим младшим братом хочу забатлить на сундучках. Давно не было этой рубрики, давно я ни с кем не батлил, и тем более с братом. Привет, Никитос! Мы вот сидим с ним рядом, и сейчас мы запишем батл. Если вы хотите больше батлов, больше рубрики по открытию сундуков, ребят, поддержите, пожалуйста, нас лайком, подписочкой на канал, колокольчик проверьте, там все дела. Если ролик наберет много лайков, если увидишь, что вам интересна эта рубрика, то пишите, продолжать или нет и с кем еще забатлить. Обязательно пишите, я сделаю этот батл. Сегодня у Никиты больше шансов. Сколько у тебя сундуков? 150. А у меня 115. Но я даю фору младшему брату, ведь это младший брат. Пускай, ну, у него еще и больших больше. Ну, короче, посмотрим, кто из нас фартовый. Я постараюсь затащить с меньшим количеством сундуков. У меня 19 бойцов из 27, у тебя? Тоже. Принцип батла такой же, как и раньше. Выбиваешь нового бойца, какие-то баллы тебе засчитываются. За редкого у нас 1 балл, за сверхредкого 2, за эпика 3, мифик 4, лего 10 баллов. Попробуем выбить лего. Поставьте лайк, чтобы лего дропнулось подписчику. И обязательно подписывайтесь на канал. Ну что, ребят, рекламная пауза, начинаем, Никит? Да. Поехали, Никитос, поехали. Да, начинай, ты первый, у тебя больше сундуков. Я пока покажу, что у меня еще в ленте. Значит, у меня мега ящик, большой ящик и обычный ящик. Ну, то есть тоже. У меня два мега ящика. Жесть. Жируха, жируха. Ну что, поехали, друзья. Либи. Да, эпик сходу, блин. У меня немножко, конечно, экран, видим, да, не сходится по рамкам. Давайте я сделаю... Блин, Никита уже заработал баллы. Вы подсчитываете, сколько баллов заработал Никита, сколько заработал я. Я, короче, вот так вот сделаю. Вот так вот. О. Бррр. Так вот. Все, чуть-чуть видим, да, ну чуть-чуть экран не помещается из-за того, что, блин, iPad новый, а рамку переделывать никто мне не переделает ее сейчас, потому что дизайнеры... Два эпика! Два эпика за... Если хочешь везения, как у Никиты, подпишись на канал, поставь лайк. Видишь, вот кто подписался, Никит, кто сделал это, тому и повезет сегодня. Блин, я тоже хочу такой же дроп, как у тебя, блин, офигеть, два эпика, это сколько? 6 баллов уже ты заработал. Ну окей, ну еще ж мы не, на Легу не... Знаешь, почему у меня шанс больше? Почему? Я на тебя подписан, а ты на себя подписаться не можешь. А, ты на меня подписался, у тебя шанс стал больше, а я на себя подписаться не могу. Хорошая логика. Блин, офигеть, ну это очень тебе повезло так быстро выбить два эпика. Люди по полгода играют, и у них эпики не падают. Ты аккуратно не пойди в бой, случайно так прожимаешь. Охренеть, ну это, согласитесь, ребята, это неплохо ему так повезло. А, держи, 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 держи. И у меня 3 балла теперь есть, отлично. Сколько? 6 баллов. Слушайте, но я все равно верю в тот момент, когда человек подписывается и падает лего. Это легко проверить, это... Это легко проверить, нажав на подписку. Просто смотри, если ты уже подписался и думаешь, а где же лего, это не значит, что это все сработает, потому что подписался только ты. Это чтобы все просматриваемые зрители подписались. Да не гони. О, видишь, подписываться начали, начало падать. Видите, это работает. Понимаете, я смотрю статистику, из числа просмотров на роликах 40% где-то не подписанных. Представляете, 40% не подписанных. Вы подпишитесь, видите, уже... Блин, 4 балла, охренеть. Никите тупо прет. Да, у меня только 3. У меня не 4. А сколько? Не, я говорю, плюс 4 еще, да. Ну пускай зрители считают, сколько у кого баллов. Блин, охренеть, капец тебе везет. Ну это потому что подписка началась, да. Вот эта подписка началась, и сейчас леги еще пойдут, потому что еще кто-то не подписался. Давайте, ребят, подписывайтесь, подписывайтесь. Если уже подписаны, проверьте колокольчик, лайк прожмите. Потому что... Жин! У меня просто нет слов. У меня просто слов нет. А мне когда выпадет что-то? Просто в дребезги меня малой разносит. Да ты, блин, гонишь. Сколько у тебя еще боксов? Мне 70, надо поторопиться. Блин, ну мне только один эпик выпал. Ты как это делаешь? Охренеть. Подписка на канал, да, решает, ребята. Капут, просто капут. Подписывайтесь еще. Я уверен, что еще большинство не подписалось. Вот когда все комьюнити, которое смотрит меня,
все люди, которые сейчас смотрят этот ролик, сделают подписку, вы сейчас увидите одновременное выпадение леги. Такое тоже возможно. Представляешь, нам реально сейчас дропнется две леги? Я не поверю. Я тогда, не знаю, специально пойду, создам аккаунт и буду подписываться на себя. Так, окей. Ты, блин, капец, так быстро открываешь. Охренеть. У тебя опыт по открытию... Давай я тоже так буду, как ты. Главное не прокликать, то, что мне падает. Блин, капец. На! Да, мы сделали эту игру. Слушаю тебя, Никита. С бесплатных ящиков Лего! Просто трэш! С бесплатных, ты подписался! Лего дропнулось! Мы сделали это вместе с тобой! Все, я даже не буду больше ничего говорить. Ты можешь верить в это, можешь не верить. Но если ты хочешь себе Лего, кликай на подписку. Срочно! А что я нажал, я не... Просто бодрячком. А теперь давай посчитаем. А пускай зрители считают баллы. Но я тебя там уже догнал. Подписки продолжаются, новые бравлеры падают. Блин, кто еще не подписан? Мы Легу выбили. Я не могу. Капец. Жесть. Я не могу. Закончил, да? Окей, жди. Я не могу. Как же это круто. У меня 17. Блин, ну я хотел, чтобы зрители... Ого. Мне 13. Сейчас я еще одну Лего выбью, подожди. Кто еще не подпи... А ты же все открыл? А в пути к славе. Так открывай ленту. Подписчики, подписывайтесь еще. Я хочу Лего, вы видели? Класс вообще. Давай. Мега ящик открываешь? Капец, блин, представляешь, Лего выбил, обалдеть. Как такое возможно? Тупо бесплатно. Ща все будет, братва, ща все будет. Ща. Тык. Так, все, я выбил, у меня, точнее, открыл, у меня 6 больших осталось, то есть у тебя уже все, да? А у меня еще не все, у меня еще подписчики сейчас лайки должны поставить. И подписаться, чтобы я выбил Лего. Ап, поехали. Так, один бокс готов. Дальше. Представляете, я буду открывать на аккаунте без доната, а скоро будет открытие. И мне оттуда дропнется тоже Лего. Представляете? Офигеть просто. А? Капец. Все, капец. Фух, большой ящик. О, три... А, ворон. Так. На ворона, да. На Лего. Класс. Так, мега ящик, еще один останется. Ну, слушайте, последняя попытка выбить что-то интересное. Попроси ты подписаться, да. Подпишись, пожалуйста. 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 И... 5 предметов не будет, да? Так какие? Не, шансов нет. Так это ж не в том случае, когда все бравлеры выбиты. Ну или там сколько. Короче, последний ящик. Очень рассчитываю, что дропнется что-то. Плиз. Твою. Слушай, ты выиграл, но... Ты выиграл в батле, но ты проиграл в везении. То есть я выбил Лего. Не, ну красава, все равно. Вы видели, как Никита тащил эпики, леги... Ой, эпики, мифики просто один за одним. Смотри, что? У тебя 2 новых бойца, у меня 5. Давай я тоже поставлю. Ой. Вот так, во. О, теперь у нас 2 одинаковых. Я в шоке, друзья. Знаешь, сколько гемов у него? 151? Это, ребята, трэш. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно поддерживайте ролик, потому что вы видите, что... Блин, как только я говорю подписывайтесь, начинайте подписываться, Никите начали падать. Потом у меня Лего... Сегодня очень крутое было открытие, не такое скучное, как бывает, блин, что открываешь, ничего не падает. Сегодня супер было открытие, но победил Никита. Давай, Никитос, 5. Он выиграл по очкам, но я считаю, что по везению у меня круче, потому что Лего лучше, чем эти твои мифики и эпики.
Ну, не, ну... Ну смотри, бегай, ты апнешь 500 кубков, да? А ими всеми очень много. Их больше. Лего бьет твои эпики или... Эпики и мифики. Не, ну ты выиграл по очкам, вопросов нет. Круто, молодец. Нет, тебе больше повезло. Но я вытащил Легу, я все равно доволен, хоть и проиграл этот батл. Спасибо, друзья, что поддерживаете. Спасибо, что ставите лайки. Продолжать рубрику или нет, решать вам. Ну, чтобы она как бы выходит, эта рубрика, но чтобы она была чаще. Лайк, подписка. Все, ребята, маши рукой. Всем пока. До новых встреч. Чао.